частями, которые Российская Федерация имеет в Восточной Украине. Очевидно, деморализация личного состава, плохое управление войсками, нежелание воевать. Но если еще вот добавить мощный артиллерийский залп в ответ, то здесь все может и решиться. Я вам приведу пример, это я вам рассказывал в основном американских специалистов, а тут вот на BBC недавно, пару дней назад, выступил эксперт Королевского колледжа в Лондоне, который в свое время предсказал, в отличие от других многих западных экспертов, что Россия еще накануне, он предсказал это накануне первой